боя отряда с реплея играет клан Квант, плюс с нами еще один отряд. Я не смотрел с самого начала ни разу этот, ну и соответственно просто комментировать не буду. Сказали, что бой просто отличный. Давайте вместе посмотрим. У нас играет легендарный кошмар на У4501, Макс на Шиме и Мухритер на Иваме. Девяточка. Ребята пошли, говорят, бой хороший. Давайте внимательно все это посмотрим. Сказали, достойный бой. Вот так вот. Две подлодки против нас. И пять линкоров. Один С и четыре крейсера. Такой у нас подводный мир. Кошмар легендарный нырнул, видимо, для того, чтобы увеличить свою скорость. На У4501 подводная скорость большая. То есть смотрим, вот уже 35 узлов идет. 36 36 и 8 37, ну прям шикарная скорость, я так понимаю, не уступает Шиме. 37,5 максималка. Да, Дмитрий сокращает расстояние до противника, приподнимается. На это ушло почти минута. Вот она, подлодочка дымит, Ай-56. Что-то прям как-то непонятная ситуация с этим подводником. Торпеды в подлодку. Ничего себе. Удачный залп. Зейтон встал на отход, понял, что здесь подводная лодка. А вот я не понял, почему не засветилась Ай-56. Надо будет уточнить у нашего подводника. Надводный ход всего 29, даже меньше. Вот так вот, вот так вот. Просто какой-то подводный беспредел тут происходит. Пошли 6 торпед. Кстати, там Шима вообще пытается атаковать, ну, без вариантов. Срывает захват точки. Шима сбросила торпеды, что делает и вами не видно. Надеемся, воюет. Как-то интересно, как припарковался за островом.
Наши подводники атакуют. Берем точку Д. Как-то прям вообще все складывается красиво, скажем так. Но торпеды, наверное, не дойдут до своей цели. Зейтон пытается долбить, бомбить. Ой-ой-ой. Прям на мину наехал легендарный кошмар, на бомбу точнее сказать, самолета. Почему У-190 не может взять точку Д? Видимо, на то есть причина. Топ.
обнаружили. Опять нырок для увеличения скорости. И шима, и подлодка идут брать С. Осталось от зума, но это, конечно, победа. Здесь обсуждать нечего. Очень хороший бой. Даже, можно сказать, показательный бой. Клана Квант против противников. И там в каждом отряде было по два отряда. Сыграли клан Квант очень неплохо. Хороший бой. Для заливки на клановый канал.
никто не забрал Азума. Хотя жаль. Отлично, отлично сыграли ребята. Ну да, 3 лодки, 2500. Макс тоже хорошо. Ну и Мухритор тоже дрался как лев. Так, здесь никого не осталось. Хороший, хороший бой, будем заливать. Всем спасибо, кто смотрел. До встречи на канале.